Напередодні стагоддзя беларускай міліцыі ў Жлобіне адкрылі мемарыяльную дошку ўдзельніку вялікай айчыннай вайны і герою Савецкага Саюза Сергею Панамарову. Першая старонка ваеннай біяграфіі супрацоўніка Жлобінскага раённага аддзела ўнутраных справ напісана ў чэрвені 41-га на заходнім фронце. Потым у адным з баёў ён атрымае раненне, але не пакіне пазіцыю. Прыме ўдзел у аперацыі Багратіён, будзе ваяваць да пераможнага канца і ў лютым 45-га атрымае званне героя Советского Союза. После звольнения у запас вернется органы внутренних справ. У кастрычнику 68-го он сыдзе с життя, але не с памяти удзячных земляков. Мемориальную дошку у яго гонару сталявали на будинку Жлобинского районного отдела внутренних справ. Яе открыл унук героя, так само Сергей Панамароу. Если уже смотреть на то событие, сам факт исторических событий и сама та память, которая отображается как в наших сердцах, в наших душах. Мы это должны и обязаны нести, чтить и помнить. И передавать подрастающему поколению, тому поколению, которое пойдет по нашим следам за нами. Теперь для мемориальной дошки будут принимать присягу молодые супрацовники. Тут яны будут отримливать свои первые погоны и табельную зброю.